Активный выходной вместе с друзьями и коллегами. В Ладопарке прошел День здоровья сотрудников двух подразделений АвтоВАЗа – механосборочного производства и завода управления. Участники эстафеты могли попробовать себя как в традиционном лыжном марафоне и дарте, так и в нестандартных, более шуточных видах спорта. Например, в метании валенка. АвтоВАЗ всегда уделял большое внимание физической культуре и спорту среди сотрудников компании. Это неотъемлемая часть жизни коллектива предприятия. Многие работники пришли на День здоровья с семьями, чтобы поддержать здоровый образ жизни. Замечательно, мы первый раз в этом участвуем в соревновании. Все нам понравилось. Вот, спасибо за организацию. Мы стараемся не пропускать такие мероприятия, потому что это отличная возможность пообщаться и с семьей, и с коллегами в неформальной обстановке, так скажем. Провести время с удовольствием и в пользу для здоровья. Сотрудники каждого без исключения производства АвтоВАЗа проводят День здоровья в компании коллег на свежем воздухе. Специальное жюри определяет призеров и победителей. Именно они будут защищать честь своих подразделений на общезаводской спартакиаде. Она состоится уже в ближайшее воскресенье, 15 марта.